мастера — это люди, которые по обе руки имеют по два стар-мастера в качестве подарка. Им будет вручено 50 миллионов наличными, также машина, также 2 миллиона вон для использования при покупке продуктов Атоми, а также путевка за рубеж. Давайте поприветствуем. Даже во времена, когда все люди пытались поколебить меня, я никогда не сдавался. Я всегда верил в себя. Моя вера становилась все тверже. И благодаря тебе, которая всегда была рядом со мной, я никогда не сдавался. Не было таких моментов, когда я не встречался с трудностями, но я все их проходил. Конечно, были моменты, когда я чувствовал себя одиноко. Однако же, благодаря вам я смог развиться, достичь успеха. Я очень благодарен вам за то, что вы поддерживаете меня, за то, что вы всегда были рядом со мной. Я снова решил. Я стану твоей силой. И теперь я стану теми крыльями, которые защитят вас. Давайте поприветствуем нового Royal Master, Team Moonkyung и Talia. Давайте еще раз поприветствуем и похлопаем. Исполнительный директор Ким Дэон вручил им грамоту. Номер 5832131. Имя Ким Мунгём и Таня. Показывая отличные лидерские качества, а также показывая ваше упорство, вы смогли достичь вашего успеха, и мы очень гордимся вами. Мы очень гордимся и уважаем вас. И вы смогли достичь ранга Royal Мастеров. Председатель Пак Хан Гиль, 19 марта 2021 года. Мы вас поздравляем. Но не очень радостно и весело приветствует вас. Мы перейдем к фото. Мы поздравляем вас. Поздравляем. А дальше мы перейдем к прослушиванию благодарственной речи господина Ким Мунгёма, а также Талии. Перейдем к благодарственной речи. Здравствуйте. Я новый Royal Master Ким Мунгём, а меня зовут Талия. Я очень рад, что я могу с вами вас всех поприветствовать на этом месте в качестве нового Royal Master.
моя жена сначала произнесет благодарственную речь на русском языке. Атамианцы, я хочу сказать вам просто и коротко. Никогда не сдавайтесь. Идите вперед к своей мечте, к своей большой мечте, и у вас все получится. Если в сердце есть любовь и надежда, то вы обязательно преодолеете все и придете к успеху. Если будете всегда на позитиве, то к вам всегда будут приходить люди, которым вы сможете изменить жизнь. И большая благодарность всем и каждому за вашу работу. Верьте, с Атоми возможно все. Только вперед, к успеху, к мечте. Атоми – это качество и успех. Измени жизнь к лучшему. Спасибо большое. До Атоми я работал в компании, которая занимается внешней торговлей, продавала непосредственно косметику. Я объездил весь свет, и мне понравилась Россия. И таким образом я встретил свою жену, и я встретил Атоми. Нам понравился энтузиазм, нам понравилось видение компании, а также качество было велико. Конечно же, всем было жить тяжело, и благодаря тому, что мы все смогли объединиться, мы смогли развиться. Раньше мы достигли самой минимальной точки заработка. Мы не смогли. Казалось, что каждому из нас было тяжело, особенно мне. Я очень хотел сдаться. Я действительно хотел сдаться. Однако же жена рядышком всегда поддерживала меня и говорила о том, что мы должны всегда посещать Академию Успеха, мы должны двигаться вперед. И я расскажу вам самый главный секрет. Никогда не надейтесь на других, всегда двигайтесь вперед, верьте в себя. Всегда связывайтесь, верьте своим партнерам, и всегда вместе вы сможете развиться и сможете двигаться вперед. Главное всегда следовать нашему девизу. Мы объездили каждый уголок света, с чемоданом, где хранились все продукты и материалы про Атоми, и где хранилась вся продукция Атоми. Конечно же, каждый раз мы хотели сдаваться. Однако же, несмотря на это, нас всегда поддерживали наши партнеры, которые находятся за рубежом. Благодаря этому мы смогли двигаться дальше. Благодаря онлайн-шопинг-молу мы смогли выйти за рубеж, на глобальный рынок, и делиться и продвигать нашу продукцию. Благодаря Атоми мы смогли стать единым целым. Благодаря Атоми вы должны верить в это, вы должны знать и всегда говорить, что вы сможете достигнуть успеха, вы сможете двигаться вперед. Мы действительно будем всегда поддерживать вас с таким же энтузиазмом, с таким же рвением. Мы станем глобальными лидерами, которые будут двигать вас вперед к успеху.